شهاب‌الدین دلاور عضو دفتر سیاسی طالبان در نشست خبری امروز طالبان در مسکو گفته است که وعده‌هایی که برای رهایی زندانی‌های آنها گرفته بودند عملی نشده و آنها هنوز لیست سیاه را از بین نبرده است. در ادامه جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید. و نظرت شما در مورد هدف‌های طالبان در افغانستان چیست؟ در کامنت امین گزارش برای همه به اشتراک بگذارید. برادران و خواهران می خواهم که یک مهم چیز به شما برسانم. یک در توافقنامه در مابین امارات اسلامی افغانستان و در مابین امریکا ها این چیز مثل که شاهین صاحب گفت نیست که به ولایت ما حمله نمی کنیم. В пунктах соглашения, достигнутых в Соединенных Штатах Америки, о том, что мы не будем нападать на административный центр провинции, указанного пункта не существует. Дар тавапхнама ин аст ке зинданхай ма дар се ма пас аз мзакират тамам зинданхай ма халас шават. Одним из пунктов данного соглашения является, что в течение трех месяцев после его подписания все наши арестованные и все пребывающие в тюрьмах должны были быть освобождены противоположной стороной. К сожалению, этот пункт окончательно не был реализован. И также одним из пунктов было, что в течение этих трех месяцев члены и руководители нашего Исламского Эмирата должны были быть выведены из санкционных списков. Вот уже три месяца, как мы дали определенные одно из предложений, мы дали Соединенным Штатам Америки. Вы должны обратить на это внимание, и мировое сообщество должно понять эту нашу инициативу. Наше требование было, чтобы был исполнен пункт достигнутого соглашения о освобождении всех нас, наших заключенных. Санкционный список должен быть отменен. И эти пункты отмечены в достигнутом соглашении, подписанными участниками переговорного процесса. Мы заявляли со своей стороны, что вы должны освободить, со своей стороны мы заявляли о том, что мы освободим всех заключенных представителей официального Кабула. Навад роз, дар 34 валаят маракез, ма хеч кисм амалияти низами ра нами куним. В течение 90 дней нами не будет осуществлено ни одного активного вооруженного действия в отношении административных центров провинции. Баз ми гуем, бареш гуфта будем, ке да 34 валаяти Афганистан, ке башмури кабаласт, ما در کلی مراکز ولایات هیچ قسم نظامی عملیات و اجراءات نمی‌کنیم. И мы еще раз хотим вам заявить о том, что в 34 провинциях и их на 34 административных центрах провинции мы не будем проводить никаких активных вооруженных действий. Второй вопрос. هیچ ولسوالی را سقوط نمی‌دهیم. Мы не будем вооруженным способом силы захватывать уездные центры. Во всех центрах, где существует, мы не будем проводить активных боевых действий. در مراکز ولایت هیچ حمله سرت نگیرد، هیچ ولسوالی سقوط نکند، در مزدحم مواضع هیچ عملیات سرت نگیرد و یک فضای اعتماد در مابین افغانها ایجاد شود و 90 روز برای مذاکرات یک خوب فرصت داده شود تا که به یک جای برسیم. И этих предложений, которые мы представили,
предполагалось, что не будет осуществляться нападение на административные центры провинции. Все плены с двух сторон должны быть освобождены. Мы должны будем достигнуть доверия и соглашения, добиться доверия у афганского общества на построение мира. И эти наши предложения через господина Халилзада были доведены до американской стороны. До официального Кабула. И пикар кардан, ке имарат ислами Афганистан, хода нахста дар халати зорпаш и пишнихада мекуна. Почему-то противоположная сторона оценила наше положение как уязвимое, якобы расценила, что мы уязвимы, и не стали, дали оценку нашей слабости. Наши предложения были основаны на искренности и на позитивных позициях. Дар и Москва, дар конференции гузашта, а доктор Савадула ма пурсан кадим, шахсан ма пурсан кадим, ке ая пишнихади ма ке барае таклили джанг, بدست خلیزاد ما دادیم به طور شده او جواب داد که پیشنهاد ما به ما داد خو ما سعی نکردیم خو ما یقین می داریم که سعی کردیم